Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на новое видео по F1 2019. Это у нас финальный этап лиги ОРЛ, Европейская лига. Ну и Бразилия, где у меня достаточно хороший темп, как оказалось, с одним днем тренировки. Также еще на этом этапе у нас выступал Юрий Кисляк, с которым мы были на связи. Возможно, вы его будете даже слышать по ходу этого видео. Самое такое не очень хорошее я запикивал просто полностью. Ну а сейчас вы видите мой круг в квалификации, где единственное, что у меня было плохое, это первый сектор. Если бы первый сектор приехал бы буквально на 20 тысячных быстрее, то да, был бы пол позишн. Ну, мы, конечно, увидим стартовую решетку, вы увидите, какая тут была гигантская плотность в квалификации. Ну а пока мы досматриваем быстрый круг. Да, я говорил, типа, что не хочу делать видео, все вот это вот. Все такое, но я... Ну, мне, типа, подсказали, что надо наплевать на всех, кто пытается меня хейтить, пытается вывести из колеи, надо просто делать свою работу, что я буду продолжать делать. Ну что ж, у нас заканчивается финальный круг в квалификации. Я показал достаточно хорошее время, но, к сожалению, мне не хватило 2 тысячных до пола. 2 тысячные, и я был бы на промежуточном поуле. Но вскоре один человек на Феррари взял и перебил мое время на 19 тысячных. Просто вы видите, какая гигантская плотность. 4 болида в 1/10 секунде. Юра решил не квалиться, решил сделать Last 2 Challenge. Ну, флаг ему в руки, барабан на шею, все в таком духе. Тактика soft-medium, ничего особенного. Игра предлагает только soft-hard, потому что по ее расчетам soft живет 16 кругов, а medium живет 29. Или наоборот как-то. Короче, суммарно не получается проехать 36 кругов. Ну, а я еду, конечно, soft-medium, это было бы тупо ехать на другую тактику. Ну и, в принципе, погнали. Гасли не стартует гран-при Бразилии. Стартую я достаточно, кстати, хорошо. Удерживаю свою третью позицию. А лидеры начинают бороться. Ворстаппин нападает на птицу. И я пытаюсь его обойти по внешней траектории, что у меня получается. Я поднимаюсь на вторую позицию. Но сейчас будет достаточно длинная прямая, на которой хорошо работает слипстрим. Занимаю центр трассы. Пытаюсь не дать себя обогнать. Но, к сожалению, меня немного сносит на разгоне. Ворстаппин начинает улетать. Ну и появляется сейфти кар. И из-за гениальной игры, из-за моего гениального, возможно, компьютера, а может это и сама игра, я пропускаю флексис Мерси. Да. И становлюсь третьим. Это достаточно печально. Пропустил одного пилота. Но у нас рестарт уже на третьем круге. Ворстаппин его давал прям очень мега странно. Чуть не сломал несколько раз крыло. Но этот рестарт помог мне немного подобраться к флексис Мерси. Флексующий спасибо. Но Ворстаппин делает для себя хороший рестарт. Мы продолжаем ехать бок о бок с Маклареном. Но решаю притормозить пораньше, потому что это было бы очень опасно. Потому что он бы меня вытеснил бы на траву. Это я уверен. По крайней мере, тут он меня нафиг выжил за пределы трассы почти. Да, у нас даже был контакт. Мне пытался атаковать Black Panther, но у него, к счастью, ничего не получилось. Закрыл внутреннюю траекторию для Сулеймана, кого-то там, ну и поехал дальше. Дальше этот Сулейманов пытается меня атаковать, я ему закрываю траекторию, ну а Флексис Мерси, да, я ему не смог приглядеть траекторию на симуляции, кстати, бы у меня уже отлетело в колесо. Ага. Пытаюсь его атаковать на 8-м круге по внешней траектории. Мы оттормаживаемся, и происходит момент, как в Бразилии 2019 года с двумя Феррари. Получаю первое предупреждение, которое я вообще не заметил в этом полу борьбы, потому что я тогда так негодовал на этого недопилота. Ладно, я просто был недоволен тем, как он меня тупо выпихнул, но третью позицию я, слава богу, сохранил. Поехал дальше на этом же круге. Я решил его атаковать, но он уезжает на питы. Я выхожу на вторую позицию. Передо мной только Ворстаппин, который из-за нашей борьбы отъехал достаточно-достаточно далеко. Поначалу я его даже понемногу догонял, но потом получил, кстати, второе предупреждение и последнее. Но потом он начал достаточно быстро от меня уезжать. Сулеймана кто-то там начинает просто меня выпихивать нафиг. Я решаю, а не пойти ли тебе нафиг, я буду бороться в такой же манере.
и решаю ему оставлять по минимуму места. Смещаюсь, когда и он смещается, прям это было мега опасно. Но, как бы, в пределах правил, по крайней мере, в его правилах, я ему оставил прям минимум места. Я думал, его сейчас развернет, я был бы этому, к сожалению, наверное, может, к счастью, только рад. Но на 13-м круге у меня уже пит-стоп. Заезжаю за медиумом и едем до конца. К счастью, я выезжаю, кстати, вне трафика и впереди флексующего Мерси. У него, кстати, с 8-го круга медиум точно не дотянет до конца. Но, в принципе, посмотрим. 9-я позиция на выезде из пит-стопа. Продолжаем атаковать и пытаться как-то сделать андеркат на Верстаппена. Это, возможно, даже немного получится. Может, секунды две я и отыграю, если он потерпит еще 2 круга на трассе. Дальше у нас 25-й круг. Убивает Юру Кисляка, и появляется машина безопасности. Я что-то тут задумался, тут надо было ехать на пит-стоп за софтом, но я что-то совсем забыл про то, что существует заезд на пит-стоп. Я его проехал, ну а на этом круге уже было поздно. Все позади меня заезжают за свежими софтами почти. Некоторые стартовали с медиума и сейчас на свежем софте. Это прям мега плохо. Дальше у нас рестарт, я его провел достаточно хорошо, и меня пытается, кстати, атаковать Япония. Я, кстати, зачем-то вырезал момент рестарта, не знаю почему, но, в принципе, ладно, просто его спокойно провел, там у нас MDCO уже достаточно далеко отстал. Ну, а Япония пытается меня пройти по нижней траектории, и за счет свежего софта просто меня объезжает, и я думал, он сейчас просто начнет от меня улетать. Но все оставшееся время я тусил у него в зоне ДРС, и потом на финише оказалось, что у него были 5 секунд штрафа, которые ему несправедливо дала игра. Ну, по факту, да, я как бы выиграл сейчас, но, к сожалению, данную победу у меня заберут, я буду вторым. Я считаю, что это достаточно хорошее окончание сезона, к сожалению, таких результатов практически не было в Формуле Zero, я достаточно разочарован. Поэтому. Но я закончил сезон ОРЛ на высокой ноте. Есть, как бы, по факту 2 победы, но одну из них отберут. Да. Но, в принципе, да, этот сезон был достаточно хорош. Я ехал не с первой гонки, но стал вице-чемпионом ОРЛ только позади Андинатора, который несколько гонок проехал в первом сплите ОРЛ. И я считаю, это потрясающий результат. Также я ждал... оттягивал выход данного видео, потому что ждал, чтобы обновили результаты личного и командного зачета, но на момент понедельника, 1 июня, это так и не сделано. Все штрафы у вас на глазах, ну и я могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейд, всем удачи, всем пока.